Именно поэтому такое закаленное стекло используется в военной технике. Это российский Т-200, единственный в мире реактивный самолет «Амфибия», что дает ему невероятную скорость в решении врагов. Т-200 может всего за 15 секунд набрать 12 тонн воды и снова взлететь.
но абсолютно большая и широкая. Несоразмерное тело. Рот тоже широкий, а глаза маленькие. Создается впечатление, что животное все время улыбается, и у него хватает причин для улыбки. Так выглядит лица тех, кто знает. Всю свою жизнь он будет ребенком. Аксолотль наделен специфической особенностью организма. Почти с рождения имеет полностью развитые половые органы, и он нужен. Кто выжил, заводит криминальные справы. Зеленюка Назарбаева, Бухаримачин, Некопекинева. Здесь мы президент Такаев, умацовывая владу и будуя силовую державу. Thank you.